Есть родина у каждого из нас. Деревни, села, города, Сергеевка, Донецк и Арзамас. А родина моя тогда. Люблю и помню город свой. Люблю я рыжие ручьи, разлив реки Озанки, что весной шумит и плещется в ночи. Тогда, любимый город мой, таежный и суровый край, я помню про тебя, мой дорогой, и ты его не забывай. В судьбе я радуюсь своей, любовь к родителям храню. Друзья, всем привет! Мы с Виталием пошли прогуляться немножко и зайдем к моей свекрови, Виталину бабушке, потому что завтра мы уже с утра уезжаем, надо зайти в гости, немножечко погостить. А идем мы вот по такой улице Кирова, по аллее. Мне кто-то из зрителей написал, что эта аллея напоминает аллею в Екатеринбурге по улице Кировградская. Я с вами абсолютно согласна. Мне тоже эта аллея очень напоминает аллею города Тавды. Виталий у меня пошел развлекаться. Площадка детская тут расположена. Но мы медленным шагом продвигаемся. У нас сегодня перекатами идет дождик. Возможно, мы сейчас тоже попадем под дождь. Уже был моросящий дождик. Ну, не знаю, попадем, значит попадем, как у меня сын говорит, не сахарные, не растаем. И ветерочек. С утра было солнце, не было ветра, а сейчас вот такая погода. Но гулять хорошо, на улице очень тепло. Виталя прогостил сколько у бабушек? Вот, в субботу и две недели. Это у бабушки Маши неделю и у бабушки Люды с дедушкой Васей неделю, да? Ну, Виталя поделил свой отдых. Ну, почти. А, дождик заморосил. Блин, Геша, путаешь нас. Как? Почти. Почти. Угу. Начинается дождик. Ну, он такой освежающий. Надеюсь, ливня сейчас не произойдет. Не будет. Да, так немножко нас смочит. Да ведь? Когда только приехали, то так и было, под ней дожди. Да? Угу. Дешево. Виталя говорит, что все-таки здесь отделена велодорожка. А как вы определили, что это вело? Я вот по этой пишу и вези. Да? Понятно. Ну, вообще... Конечно, как бы это, поуже. Ну, она поуже. Ну, вот у нас желтым разделяют, и потом еще знак нарисован, что это велодорожка. А почему он тоже будет нарисован? Шуля, иди сюда, иди сюда. Видите, на асфальтике капельки от дождика. Иди ко мне, Геш. Я ему как бы там еще была. Мальчику 12 годиков. Кинь 15. Я сказала 12. Ты сказала 15. Не-а. Если по этой улице спуститься вниз, там будет рынок. Ага, тебе. Не пойдемте, надо. Пойдемте, здесь дорога, ребята. Тебе, тебе, тебе. Все, аллея осталась у нас за спиной. Мы идем вот по такой улице с грунтовой дорожкой. В Тавде, ну, в основном везде песок. Сейчас я иду по песку, у меня обувь открытая, мне не очень, конечно, комфортно. Красивый домик здесь такой люди построили. Пахнет коровами. Кто-то где-то держит коров. А?
Я не вижу коров, но я их слышу, запах их. Вот и солнышко вышло. Мы там пройдем через эти раскопки. Может, здесь надо пройти? Виталий вперед ушел посмотреть дорогу. Береза высоченная. Это, в общем-то, центр города, я бы сказала. Тогда городок небольшой, но есть тут райончики отдаленные. А это как бы ближе к центру уже. В Тавде очень много частного сектора, прям очень много. Ну, все хорошо. Виталя говорит, что мы пройдем. Написано улица Пролетарская. Сейчас прочитала. Дровишки лежат. Хорошо. Колонка. Водичку можно попить. Деша стремится за Виталий. Там за забором собаки? Давай вперед. Действующая? Давайте посмотрим. Нет воды. Пойдем вперед. Хорошо. Это канавы, да, тут трубы. Что-то меняют какие-то трубы. Вот мы и дошли. Тут все близенько, рядышком. Есть более короткие маршруты. Сейчас сходим бабу Машу попроведаем. Потом в парк, сынок, да? Угу. Ну и хорошо. Думаю, а мы пойдем вот потом в парк. В Пятерочку зайдем там с тобой. А мы же хотели там, у них есть сувенирная лавка классная. Тоже женщины вот здесь цветочки высаживают перед балконами, перед окнами. Красиво, ухоженно. Вообще-то вдинцы молодцы, я вот что хочу сказать. Видите, это... Почти вот по всей Тавде, вот я где прохожу, везде какие-то цветочки. Что в частном секторе люди себе облагораживают, что в пятиэтажках тоже вот такие вот делают клумбочки. Все, сходили в гости к свекрови, сейчас пришли в парк. Здесь поставили такие вот аттракциончики для детей, типа Маугли парка. Кстати, бесплатно. Это городской парк, центральный парк культуры и отдыха. Ничего себе, а в парке-то сделали фонтан. Я не знаю, может быть, он уже и ранее здесь был, но я его вижу в первый раз. Так здорово. Тут раньше бюст Ленина стоял, а теперь фонтанчик. Иголки, блядь.
Смотрите, как придумали, здорово. Приют какой-то, видимо. Ой, котеночек. Можно забрать. Да, конечно, прям один в один наш Геша. 4 лапы, 2 уха. Виталя любит Тавду. Красиво, Виталь. Да, красиво. Клумбы, все как бы, все красиво. Но, между прочим, я хочу сказать, что когда я была подростком, а вот нам, наверное, зрители напишут правильно, как они называются, вот эти желтые. Нельзя, Геша, я в клумбы не разрешаю. Когда я была подростком и здесь жила в Тавде, таких клумб здесь не было. Иди сюда. Так, тут солнцепек здесь начнется сейчас. Да. Мы сегодня тут уже ездили на машине. Здесь цветы покупали искусственные. Какой-то памятник там стоит. Пойдем посмотрим, кому это поставили. Тавдинцам, участникам ликвидации аварии на Чернобыльском АЭС и других техногенных катастрофах. Во как! Не знаю, когда установили. Увидела только сегодня. Когда-то баба Люда работала, когда молодая была. Вот в этом здании здесь находится библиотека. Вот моя мама в библиотеке и работала. Друзья, если кто-то помнит, я рассказывала историю, как я в парикмахерскую ходила в дом быта. Вот этот дом быта здесь раньше располагался. Сейчас не знаю, как там, что. Тут подстригали, отшивали одежду. Можно было заказать. Что еще делали, честно говоря, уже не помню. Но, наверное, были еще какие-то услуги. Ну, тут я по 3 часа в очереди сидела, чтобы попасть на стрижку. А потом за 20 минут тебя подстригут. Выходишь. Хоть плачь, хоть не плачь, уже обратно ничего не вернуть. Не всегда удачно стригли. А сейчас мы двигаемся по улице Павлика Морозова в сторону рынка. Это Павлика Морозова, да. Это уже следующий день. Мы едем к нам домой. Сейчас мы едем с Фанерного. Это район Фанерный у нас есть в Тавде. Почему едем отсюда? Потому что мы заезжали на заправку. Заправились и отправляемся в дальнюю дорогу. Поверните направо. Ну, ты сколько заправляешься? Время 103 километра. Я до полного обычно. Ну, а сколько литров? Сколько стоит? Сейчас 48 там с копейками.
нагостились. Да, Виталь? Виталя уже взрослый, Виталю можно ездить на переднем сиденье рядом с мамой, как полноценному взрослому человеку. Есть родина у каждого из нас, деревни, села, города, Сергеевка, Донецк и Арзамас. А родина моя тогда. Люблю и помню город свой, люблю я рыжие ручьи, разлив реки Озанки, что весной шумит и плещется в ночи. Тогда, любимый город мой, таежный и суровый край, я помню про тебя, мой дорогой, и ты его не забывай. В судьбе я радуюсь своей, любовь к родителям храню, малой родине моей я им за все благодарю.